Привет. Привет. Привет, привет. Да нет, я говорю привет, привет, а ты только махаешь, давай. Привет, привет. Я помахал. Сейчас, подожди, а как мне сказать, типа я с Тёмой? Ладно, давай, последний раз, всё. Сегодня, как вы видите, я не одна. Со мной мой друг Тёма. И мы, как вы поняли, не в Москве. Потому что мы загорелые, прекрасные. Да, ты не загорела. Ну ладно, Тёма уже давно просто тусит. В общем, мы долго думали, что бы нам снять вместе. Я подумала, было бы круто снять видео, которое называется Чаби Бали. Это такое видео, которое идет по всему Ютубу. В общем-то, это челлендж. Ты должен запихнуть в свой рот как можно больше зефирок и говорить Чаби Бали. Так, кто из нас будет начинать? Ты начнешь первый? Да. Подожди, надо считать. Так, да ты запихиваешь зефир и говоришь Чаби Бали. Чаби Бали. Нет, ты должен его распределить по рту правильно. Тогда тебе легче будет. Чаби Бали. Чаби Бали. Чаби Бали. А сколько ты уже запихнул? Пять? Не жуй его! Чаби Бали. Распредели по рту. А хотя зачем я говорю, я ж тебя выиграю. Шесть, наверное. Нет, стой! Дальше шесть. Не жуй их! Давай. Восемь. Поверьте, это очень сложно. Я все равно. Поехали. Ты считай. Раз. Чаби Бали. Два. Чаби Бали. Говори. Чаби Бали. Лузер. Что? У меня 9, у тебя 8, наверное, или тоже 9. Я больше. Вот такая мерзичная, думала, это будет легче. Ну, в общем, я думаю, у нас нет победителя. Просто это омерзительно, на самом деле. Я не думаю, что так будет. Конечно же, вы знаете то, что это я молодец, а она лузер. Ничего. Ну, короче, я думаю, что это было весело. Нам было весело. Мне было весело. Тебе было весело? Охренительно весело, да? Мы сейчас с Тёмой так веселимся здесь просто с утра до вечера. Да. И завтра у нас огромный тур в Бургас. На шопинг. Короче, я покупаю свою любимую мечту. Она просто будет... Завтра грандиозный день. Барабанная дробь. GoPro! Тёма покупает себе GoPro, и он будет делать всякие трюки и снимать. А еще она будет тоже со мной. Кстати, мы еще должны поехать в аквапарк. Я ее заставлю съехать в самый страшный город. Я очень боюсь гор. Мы развлекаемся. Да, мы с Тёмой танцуем, бегаем по утрам, кушаем. Кушаем мало. Хоть я скучаю по Макдональдсу. Главное, мне понравилась эта игра. Спасибо, Ники. Мы можем сделать еще какой-нибудь челлендж. Да, сделаем, например... Кто съест больше острого перца? Да. Но мы умрем после этого. Нет, кто съест больше этих... Биг Маков? Нет, кто съест больше, сейчас скажу, острых крылышек. Острых крылышек. Ну я по-любому съем больше, у меня просто необъятный желудок. Я все равно... Я профессионал по острым крылышкам. Одним словом... Мы с вами прощаемся, потому что нам нужно скорее бежать в бассейн. Мы сегодня не были, представляете? Завидуете. Так что, можно я это слово скажу? Да. Мы ванильки. Ию. Йоу. Пока-пока.